Amerikan Büyükelçisi'ne buradan söylüyorum. Hangi gazetecilere yazı yazdırdığını biliyorum. Pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek. Çok net söylüyorum. Pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek. Neleri yaptırdığınızı, hangi adımları attırdığınızı, Türkiye'yi nasıl karıştırmak istediğinizi net bir şekilde biliyoruz. O pis ellerinizi, o maskeli, sırıtan yüzlerinizi Türkiye'nin üzerinden çekiniz. Bu kadar açık ve net. Значит, давайте перечислим то, что мы знаем о том, что произошло в Турции. Ну, во-первых, надо отметить, что до Турции произошел удар Израиля по Ирану одновременно с землетрясением. Вот на это надо обратить внимание. Теперь землетрясение в Турции. Необычайно большая протяженность эпицентра. Значит, такое очень редко бывает. Вообще говоря, явление сейсмологи утверждают, что очень необычно. В чем образовался длинный разлом? Что еще можно сказать? Внезапность этого землетрясения, хотя были сейсмологи, которые его предсказывали. В частности, нидерландский сейсмолог, известный, об этом говорил. В конце января, вот над Турцией, над этим районом землетрясений, образовалось странное облако. Ну, вот такое шляпообразное облако. Такое же, кстати, формировалось неоднократно, когда применялось геофизическое оружие типа Харпа. И над Америкой, и над Европой, и над Москвой. В 2011 году, если помните, какие события были в 2011 году в Москве. Образовался антициклон, мощнейший антициклон, образовался над значительной частью Европейской России. Дальше. Оказывается, незадолго до землетрясения Турция отключила подачу газа и нефти по трубопроводам, что, по-видимому, в общем-то, в значительной степени спасло ситуацию. За сутки до землетрясения 10 стран отозвали послов из Турции. А вот румынских граждан о том, что им надо покинуть территорию Турции, предупредили аж за 5 дней. Вот. Было такое выступление румынского сенатора Дианы Лаванович в парламенте Румынии. Ну, и она вот перечислила эти факторы. Ну, и кроме того, высказала предположение, что в данном случае был наказан именно Эрдоган за то, что он соблюдает нейтралитет в российско-украинском конфликте, ведет самостоятельную политику и, в частности, блокировал присоединение к Швеции, к НАТО. Ну, вот одна такая гипотеза наказания Эрдогана. Следующее. Было выступление ряда политиков и ученых, которые обозначили другую цель. Нефти- и газопроводы в Турции, которые идут, естественно, в Европу. Значит, это борьба за рынки сбыта в США, прежде всего в Европе. Ну, вполне разумное предположение. Итак, что мы имеем? Применение геофизического оружия, по-видимому, вывод верный. А вот наказание Эрдогана и удары по трубопроводам в целом вывод ошибочный. Ну, я бы не сказал, что это слишком ошибочный вывод, просто это не основные цели. Ну, называлась еще одна цель в рамках построения нового мирового порядка. Это обнуление экономики. Ну, мировой, и в частности, Европы, да, и Турции. Ну, это более верный вывод, но он плохо применим к Турции. К тому же еще надо сказать, что значительные разрушения были также в Сирии. То есть наказана была не только Турция, но и Сирия. И теперь об одном выводе, который я считаю верным, это применение геофизического оружия. Значит, на чем основано это применение? Значит, верхние слои атмосферы направляется высокочастотное излучение по специальных станциях,
По-видимому, они были размещены на кораблях США, а также на плавучих платформах. Также глобально работают установки ХАРП, которые есть на Аляске и в городе Трамсе в Норвегии. Значит, установка в Трамсе делает так называемое ионное облако, от которого излучается излучение ХАРП и падает в разные районы Европы, и в том числе России. Вот такое было в 2011 году. Ну вот по моим подсчетам, значит, это излучение труднодосягаемо в Турции. Поэтому, по всей видимости, применялась корабельная техника и морские платформы. Значит, в чем состоит механизм воздействия геофизического оружия? Значит, высокочастотное излучение, мощность сравнительно небольшая, воздействует на стратосферу и ионосферу, в результате чего атмосферный озон превращается в кислород. Происходят другие химические реакции. То есть за счет солнечного воздействия в верхних слоях атмосферы образуется озон и другие соединения, которые содержат энергию, при выделении которой образуются акустические волны. И возникает низкочастотный звук. То есть это герцовый диапазон. И вот этот инфразвук, который идет из верхних слоев атмосферы, воздействует уже на литосферу. Значит, попутно с выделением энергии за счет разрушения озона увеличивается прозрачность атмосферы. То есть солнечное воздействие воздействует на эти районы более эффективно. И все это может приводить к образованию циклонов, а может антициклонов в зависимости от вида воздействия. Я эти вопросы рассматривал в своей лекции еще от 2011 года. Также образуются кольцевые облака, вот что было над Москвой в 2011 году. Нечто подобное наблюдалось и над Турцией, вот над эпицентром землетрясения в конце января. То есть здесь происходит достаточно длительная в течение нескольких дней подготовка землетрясения. Как это делается? Низкочастотное излучение воздействует на магму. А магма – это реологическая среда. Что значит реологическая? Значит, вязкость этой среды зависит от времени, зависит от внешних воздействий. Вот представьте, вы взяли, закачали бетонный раствор в опалубку. А в опалубке есть какие-то полости, скажем, она имеет непростую форму. Чтобы этот бетон поступал, значит, во все эти полости, требуется вибрация. Поэтому с помощью вибрации достигается уплотнение бетонного раствора, и, значит, он занимает всю полость опалубки. Именно вибрация позволяет бетонному раствору течь, медленно, но течь. Вот примерно такое происходит с магмой. То есть вязкость магмы уменьшается. В результате, значит, она начинает течь. А к чему это приводит? К тому, что при последующем импульсном взрывном воздействии на место разлома земной коры или на место напряжения происходит гораздо больше высвобождения энергии за счет большей подвижности литосферных плит в этой магме. А в Турции такая ситуация, что там Аравийский щит наступает на север. Вот возникают большие напряжения. То есть если понизить вязкость магмы, то можно путем импульсного взрывного воздействия получить гораздо больше реакции, то есть высвободится больше энергии. Вот такое произошло в Японии в 2011 году. И этот вопрос подробно расследовался разными журналистами и учеными. Там сначала длительное время подготавливалось землетрясение с помощью установок ХАРП и корабельных платформ. А дальше был произведен взрыв ядерного устройства под водой. Ну, его заглубляли в грунт под водой, да? Вот в результате возникло мощнейшее землетрясение и цунами.
Вот подобное произошло и в Индонезии в 2004 году. Вот о целях этих актов можно говорить отдельно. Я скажу сразу, что все это устраивалось в мировой финансовой системе. Механизм такой же, как в Японии. Сначала несколько дней уменьшали вязкость магмы с помощью высокочастотного воздействия, а потом произвели, по всей видимости, несколько взрывов в шахтах. Причем не обязательно ядерных. Но, возможно, и тактические ядерные устройства были. Сейчас нам это неизвестно. Потому что на такой глубине, значит, отличить ядерный взрыв от землетрясения, ну, очень сложно. Вот. Ну, кроме того, было свечение. Ну, свечение наблюдается очень часто при землетрясениях. Это связано с электрическими явлениями. Ну, в общем, говорить о том, что оно произошло в результате воздействия ядерного взрыва, нельзя. Хотя при подземных ядерных взрывах тоже наблюдается свечение. Но еще раз, это не доказательство. Ну, теперь, какова главная цель этой операции? Ну, это вопрос геополитики, или точнее, теологической геополитики. То есть все здесь завязано на религии. А миром правят религиозные мистики. Вот в чем дело.